Простите меня, уважаемые подписчики и зрители канала. Прости меня, хозяин сервера Кросталикс Демастер Костя. Я играю в мини-игру Annihilation на проекте Кросталикс. В чат написал матерные слова. Простите меня, ребята, которые это прочитали в чате и которых я оскорбил этими словами. Извините меня, больше такого не повторится. А если повторится, то прошу скидывать скриншоты в группу канала ВКонтакте. Простите меня, все участники команды 8-бит. Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан. И Хумер. И вы всю неделю будете слышать извинения Хамера, чтобы он усвоил урок. Так, к сожалению, имело место быть такое недоразумение. Так, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, а это сервер Hypixel, потому что здесь появились новые режимы, а в частности аркадные игры. Нет, аркад только Games. Аркад появился. Ну, Аркад Games, да, и тут в Аркад Games много... Вот. Ой, я тут взрывается что-то. Свин. В Аркад Games много... мини-игр различных. И давайте, ну, как мы с тобой, давай. Как... Выключи людей. Вот, да, вот это нажимай, и первый эндермен. А мы только с тобой друг друга, потому что мы... Ну, хорошо. Так, и в какую? Ну, давай как-то, не знаю. Ну, давай. А сколько здесь вообще, кстати, игр? Ну, вот, подойди сюда. Вот табличка, это все. Что? Вот. Разве... А нет, пошли вот. Почему? Там вот что-то, вот. Или нет, что? Это просто заставки такие. А, подожди, а вот это. А это то же самое, только две стороны. В смысле? А это кто делал, что ли? А это кто на первом месте лидирует? Подожди, а там что? А там это тоже игры, только... Это то же самое, только две доски, чтобы... Больше народу. А, ну то есть другие, давай, да. Ко мне быстрее. Хорошо, да, я возьму. А здесь что? А, здесь пишут, что давай это такое. Давай быстрее, тут 4 слота. Давай. 6-0. Так, это Bounty Hunter, заходи. Да? Это где с одного выстрела убивают с лука, и тебе дают стрелу, и надо как больше убить людей. Тебе дают содержание. Хорошо, мы постараемся за эту или за следующую серию показать эти все... Ну, аркадные игры. Тут играть через 10 секунд начнется. Блин, я пить хочу. Ладно, потом попью. Так, и что? Это мы ждем, да? Да. Вот, все. О, и что? Надо убивать с лука. Так, мне не надо убивать. И вот я уже не... убил одного. О, да что такое звук-то громкий? Да что ж такое-то? Ё-моё, у меня какой звук. Дракона? У тебя-то, я надеюсь, у тебя меньше, маленький звук, ну-ка посмотри. А, ну более-менее, да? Да. Нормально. У меня такой громкий, аж в ушах у меня. Подожди, а я еще жив снова, или меня это убили? Нет, у тебя жизни есть, только ты умер один раз. И все. А надо с лука мне убивать? Мне кого-то? Нет, с меча можно и с лука. А у меня одна только стрела. А да, а когда убиваешь, тебе еще, сзади тебя двое. О, меня еще снова убили. Ну, это правильно, они стараются тебя убивать. Ну, понятно. Так. Где кто? А, вот он. И... Так, Титан Чайна 72. О, представляешь, я одну убил. А у меня еще стрела есть. На! Да... А, подожди, а почему у меня вторая стрела была? А потому что ты... Потому что ты... А, потому убил? Что ты... Нет, я не знаю, откуда у тебя вторая стрела-то. А, меня убил. Я в него целился, а он меня убил. О, у меня еще одна стрела появилась. Ой, я тебя убил. Ну ты негодяй. О, у меня еще одна стрела появилась. Да, это за убийцу дают одну стрелу. Всех убиваешь, ты меня обогнал. Да? Ты. А, это не ты. А, меня убили уже опять. Ай! Да блин. Я промахнулся. Ну так.
Ну, прикольный такой режим, в общем-то. Хотелось бы стрел побольше. Так, стрел. Давай! А, я в него кинул, и он в меня кинул. И, по-моему, я не знаю, я убил его, нет. Давай, я его убиваю. Блин, он меня убил тоже. А, я прямо на стрелу, как скажем. Наткнулся. Хаммер, я тебя вижу. Нет. А, это не я. Ну, я не мог просто, у меня руки заняты были. Руки заняты были. Не знаю, чем поводу. О, получила! Месилка там была такая вообще. Да, я всех там в этой месилке его нашел. А, меня кто-то стрелял. Я семерых убил уже. Меня хотел стрельнуть человечек, но у него не получилось. О, его убили. Другой человечек. А, он меня тоже. Ну да. Ауч. В общем, если кто-то кого-то убил, то вы к нему не идите, потому что... Потому что... У него стрела будет. У него опять, да, стрела будет. Ну, это не обязательно. Ты просто можешь, как изюминка бегать, и все. Промазал. Ну, как лучше змейка бегать, и все. Да. В общем, ну, тут, конечно, какая-то тактика есть. Типа, выжидаешь, там кто-то сидишь. А, я так не понял, убил я его, нет. Блин, ты меня обогнал, у тебя 9, а у меня 8, я на последнем месте вообще. Да? Ты выигрываешь. Атять. Получай. То есть за что, ты меня убил или да, я? Да, я тебя с лука застрелил. А, мне стрела промазал. Вперед! В атаку! Нет! Где вы? А где все-то? Не знаю, я что-то не вижу никого тоже, слушай. Я тоже забыл тебя. А мы все время... у нас бесконечные жизни, как бы. Не, да, но... Я пока понял. Время не закончится, еще одна минута. Ать! До Хаммера не долетела стрела, но... А что, ты меня видел? Ну, тебя-то видел. Стрела летела в пятку. Пятку Хаммера? А, я только нацелился. На кого? Ой, на тебя нацелился. Нет, не надо меня. Ну вот, что ж ты будешь делать? Ну ты меня попал. Ты меня чуть не убил, я тебя убил. Что ж такое? Все честно. Там бегут столько человечков. Блин, я в толпу ни одного не попал. Вот, я не попал. Спаси меня. Я с тобой. Спаси меня. За мной кто-то тоже бежал. Опять толпа там и бежит. Толпа такая... я промазал. Промазал. Мужик, стой. Где? Мужик. Сзади тебя. Я вижу. Нет. Тут двое человечков. Живи. Они меня убили. Так, где вы там? Я отомстил. Где там у вас кучка такая? Кучка. Могучая кучка. 27 секунд осталось. Я промазал. Нет. Да что ж такое-то, Что же ты будешь делать-то? Мне бы побольше стрел. О, я попал в него. Да ё-моё. Нет. Я отомшу. Отомшу. Игра закончилась. На первом месте кто-то. А я на ком? А я не вижу. Я на каком? Я не знаю. А почему меня нет в списке? Потому что ты, наверное, очень мало убил. Нифига себе. Так, давай в следующий режим. Мы играли... Подожди. Мы играли Bounty Hunt. Давай здесь вот по порядку, я просто запутаюсь-то. А оно почему меняется все время, я не понял. Надо запомнить, Bounty Hunt играть, теперь Dragon Wars. Нет, а там
Мало человек. Ну, Patty Games. Давай, вот Patty Games. Давай, пошли Patty Games 2. Ты где? Ты сюда зашел? Да. Где это я тебя не вижу? Я спрятался. Да ты подожди, где мы вместе, нет? Да. Ну вот я ты написал в чат. А не, я в гильдии же. Ну а с тобой? Все с тобой. Точно? А, да, тут надо рыбой сталкивать. Не надо больше подержаться на этой поляне. Рыбой сталкивать? Да, у тебя на отдачу будет она. А почему? А вот все, бежим на центр и стоим как можно дольше и пытаемся не скинуться. А меня скидывают, и что? А надо быстрее снова бежать и не сталкиваться. А кто выигрывает-то? А надо больше продержаться секунд на ней, и игра когда 40 секунд осталось. Кто больше секунд продержится здесь, тот и победил. Как-то я не могу выработать тактику, все друг друга бьют. Ну да, надо успевать как-нибудь стоять. Ой, у меня уже 20 секунд стою на этой поляне. 24 секунды. Я на третьем месте был. Я не понимаю вообще, как делать, чтобы не упасть. А надо на шифте стоять. Да? На шифте на центре. А, меня знаешь, как откинули на 20 миллионов километров? Папа, я на втором месте! Я не понимаю, я не могу понять. Я на третьем месте! О, молодец. Все, закончилось, я на третьем месте. Какие-то алмазы выпадают, что-то такое. Не знаю. О! А, это режим копать вниз и как можно дольше копать. Да? Да, просто. Копаешь дерево. И что потом? Копать быстрее надо. И за это не копается. Копается. У тебя лагерь просто, наверное. А, надо топором. Топором и лопатой. То есть тут и надо... И киркой. Да, а я... Надо быстрее копать. А я все время, лопатой копал. Что ты не сказал-то, ну? Ты сказал, что инструменты. Ну ты же не. Ну ты же не слепой, посмотри в инвентарь. Ну, некогда же мне смотреть в инвентарь. Но я успеваю почему-то. Ну ты успеваешь, ты играл уже в эту игру, я не играл. А может кнопками можно менять инструменты? Да, можно кнопками менять. Только. Опять же, почему ты мне не сказал-то? Ну я-то откуда? Я уже забыл. Но это неудобно вообще. Кнопками? Да, лучше мышкой. Да не, кнопками быстрее, это серьезно говорю. Вот сейчас я делаю кнопками, вообще быстрее. Не, все, надо еще раз сыграть в это. Вот. Смысл в том, что... Надо быстрее докопать. Мяу, кто-то сказал. А надо дониться... А это что? А это зомби стрелять из лука. А, да, сейчас тебе... И кто больше зомби убьет? Да. А есть золотые зомби? Они быстро бегают. Ой, я не могу убить. Эх. О, я одного вот убил, понимаешь? Ой, извините, у меня там контакт. У меня тоже в контакт. Да, вот прикольно сделали. Зомби выходят? Не-не. Я ни в кого попасть не могу. Я тоже ни в кого попасть не могу. Я вообще ни в кого попасть не могу. О, я единственное в скелета попал. А еще человечек с головой бежит с этим, с ТНТ. И он... Человечек с ТНТ, если ты его убиваешь, он взрывает много этого. Опыта. Да. Или у тебя появляется ТНТ, я не знаю. А как-то их меньше потом становится, да? О, я золотого убил, представляешь? Че, реально? Да. А как ты его убил? Ну, бежал. О, я хочу с ТНТ убить. А почему у меня в списке нет никогда? Это надо срубать травы больше. Да? Да, просто кто... А мы на коровах? Да.
У нас задача просто срубать кучу... Кучу травы? Да. Мы как будто корову поедаемся. С F5 лучше играть, потому что так больше видно. Да? Травы. О, привет. Привет. Уже травы нету. Ну, прикольно сделали. А, траву, съедаем траву. Корова как-то она тормаживает. Корова, давай быстрее. Тут траву все съедят. Быстрее, корова. Корова дает молока. Но мы молока не видали пока. А сколько корова дает молока? Давай. В колечке. Внутрь колечек надо проглядывать. Вот, все зелененькое. А? Я не понял. А, с шифтом и с пробелом. С шифтом, смотри. А что за звук такой? Угу. Это здесь звук такой? Да, это в игре. А! Ай! Я не промазал. А, я не попал просто. А, я понял. Да, смешно. А тут графика маленькая. В смысле? Ну, у меня вот не прогружается. А! Нет! Я не попал в колечко. А, это как, знаешь, на самолете пролетать над эти. Раз, два. Что такое-то? Ай, я не могу попасть. Да что ж ты будешь делать-то? На курице вообще сложно попасть. Фу. Да, на курице вообще сложно. А знаешь, как тут главное не торопиться. А почему? А, все, да? А, бомба... А что тут? А, надо бомбить корабль. А, на тебя будут тенти падать вон с корабля, и надо... С корабля надо убегать. Убегать. У нас полсердечка. Ё-ма. А, чтобы... Ой, я упал это. О, я в воду упал. А все, да? Да. Ты следи за мной. Видишь Понятно. Меня? Толпе, видишь меня? Да, у нас осталось 2 минуты на эту серию. Я думаю, мы тут потом за 4 минуты... А, я вот упал! Ну вот... Я ходил назад и упал. Ладно, через 2 минуты закончим и начнем следующую серию. Наверное, нам хватит этого. Ну, мини-игр, там, наверное, еще есть, правильно? А может, на другой сервер пойдем? Не-не-не-не-не-не-не, мы должны все мини-игры показать. Ты давай. Тут человек выиграл. О, лошадь. Чего? Тут на лошади кататься надо. А где? А где на лошади? Сейчас, через 2 секунды будет. А, вперед. Так. Прум-пум-пум-пум. А я не могу залезть. А, тут перепрыгивать надо. Ё-моё. А как она не залезает, лошадь? Залезает. Она не сразу. Как? На пробел она, ты мне скажи. На пробел прыгать. Так ты мне не сказал опять. Ну и что? Ты в Майнкрафт 5 лет играешь, а не знаю. Я на лошади в Майнкрафт ни разу не езжу. Езжу на лошади. Ну и что? Я должен каждую секунду говорить, что тебе делать. А здесь как? А здесь что? Тоже перепрыгивать. А, да просто все в стену почему-то зауперлись. Я думаю, в стену что ли надо? А, она просто, видимо, подлагивала, я думаю, в стену. Да лошадь, куда ты едешь? О, финиш. А что, я финишил уже? А, несколько этих. А, несколько кругов. Я не могу перелезть через забор. А надо сильнее жать, пока желтенькая не будет. Какая желтенькая? На пробел жмешь, и
у тебя опыт, и он должен хотя бы почти до полной добраться. Не желтенькая, а синенькая. А там желтенькая есть еще. Это самая сильная, это самая высоко, которая пролет. Ты сразу не отпускай, понимаешь? Я держу, вот синенькая появляется. Нет, ты смотри на опыт, и когда желтенькая будет, тогда отпускай. Опа. О, все. Давай закончим эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. А мы увидимся с вами в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.